Не правоохранительную, чтобы давать такую правовую оценку действиям той или иной компании. Единственное, я могу сказать, что по нашему дому по Чехова-2 я лично ходила и с сотрудниками прокуратуры Ленинского района, мы проводили опрос всех жителей, и однозначно по нашему дому установлен факт фальсификации. Это говорят и то количество подписей, которые нам давали непосредственно жители этого дома и подписывали заявление и объяснение о том, что они не то чтобы не принимали участие, они даже не знали о том, что проводится какое-то общее собрание по их дому. Тем более они даже не догадывались, не получив новые платежки, о том, что в результате этого собрания будет повышен, там, допустим, размер платы за содержание и ремонт жилья, что будет выбрано в качестве управляющей компании ТСЖ Ленинского района. То есть для жителей это стало такой некой приятной неожиданностью после того, как они получили платежки уже с повышенным размером платы. Далее по факту фальсификации действительно было возбуждено уголовное дело отделом полиции номер 7. Были переданы из прокуратуры Ленинского района материалы, и как бы факт фальсификации был установлен.